Временем я уже не раз своим подписчикам и зрителям говорила, у меня был такой период отчаянного поиска, как же усилиться. Мне казалось, что физические упражнения с какого-то возраста их уже не хватает, нужно еще что-то добавлять. Вот, и у меня был период, я очень сильно изучала вот это все, аскезы, психологи, астрологи. Я, вроде все хорошо в жизни. Муж любит, дети фу-фу-фу. Хочется плакать, и нет сил встать с кровати. Моя умная подруга Верочка, она приходит ко мне и говорит: ты долго будешь в этих позах сидеть, знаешь, вот это вот все, на запад ногами, вот. Давай как-то, сдадим анализы. И выясняется, что у меня анемия. Просто, понимаешь? И я начала работать над железом и вообще, в принципе, и сил два раза больше. Поэтому, девочки, если вы поймали такое же состояние, как и я, то прежде всего сдайте анализ.